Народ, всем привет! Привет! С вами снова мы, и судя по надписи за нашей спиной, вы догадываетесь, куда мы сейчас идем, да? Мы идем в Дубай Молл. Чтобы ехать в Дубай Молл, в принципе, много ума не нужно, да? Нужно сесть на любую станцию метро и выйти на станции Бурдж-Халифа. Что Бурдж-Халифа – это самая высокая башня в мире, находится она в Дубай Молле. Все, долго томить вас не будем. Возле. Ну, возле, да, возле. Но вообще вход в Дубай Молл. Да. Вот. Так что я не буду вас долго томить. Сразу скажу, чтобы дойти до Дубая Молла, вам придется пройти огромный-огромный переход. Идемте с нами, все покажем, все расскажем. Пошли в Дубай Молл, вы не пожалеете. А я хочу магазинчик. А Наташа хочет магазинчик. Ладно, ждем Наташу и потом идем в Дубай Молл. Ну все, начинаем идти по переходу. Переход хорошо кондиционирован, сейчас жарко. Но здесь вы себя будете чувствоваться в прохладе. Вот люди уже, похоже, идут из Дубая Молла. Сейчас завернем и покажем вам, в принципе, что идти прилично. Но здесь есть эскалаторы специальные. Вот мы сейчас... минут 20. Да. А мы засечем сейчас время, 2 часа дня. Вот метро красиво. И будем вам немножечко показывать эскалаторы, путь к Моллу, чтобы вас не сильно утомить. Вот, продолжаем идти. Сейчас подъедем на длинном эскалаторе. Очень много людей уже идут из Дубая Молла. Вот, а вы можете через окна любоваться небоскребами, всякими новыми постройками. Сразу скажу, что этого не было пару лет назад. Тут было пусто, да, Наташ? Да, мне кажется, не было этого. Так, поехали. Так, посмотри, вот этих домов направо, этого ничего не было. Не было, не было. Вон как построилось. Мы 2,5 года в Дубае не были. 2,5 года не были в Дубае Молле. Так что вот показываем вам. Сейчас еще пройдем, дойдем до конца, покажем вам ход. Он очень простой. Вы точно не ошибетесь, вы точно туда попадете. Мне нравятся вот эти вот эскалаторы ходячие. Классно. Удобно, удобно. Кажется, помнишь, когда мы шли сначала пешком? Да что мы тут пройдемся? Потом, нет, долгенько иди, мы вам озвучим время. Эскалатора, мы поняли, что. Давайте-ка воспользуемся. Что идти прилично. Очень прилично. Да, что-то хорошо построили. Да, не было такой красоты, не было. Посмотри, Наташа удивляется. Посмотри, какие балконы, они прямо как вперед немного наклонены. Это Дубай, он умеет удивлять, Дубай удивляет хорошо. Вот этот как называется? Дубай или нет? Буржвист, это мост Буржвист, это Буржвист. Я думаю, это комплекс Буржвист. Вот, смотрите, какой парк красивый, зеленый. Не было всего этого. Красота. Да, настройка. А вот, кстати, Бурдж-Халифа, точнее, ее основание, поскольку, я не знаю, как бы мне ее там вам показать, но она настолько высокая, что показать ее невозможно. Уже прошло 7 минут, мы все еще едем. Мы все еще идем, все еще едем по эскалаторам. Здесь люди не гуляли, сейчас люди ходят. Да, люди ходят, здесь вообще ничего не было. Сейчас как-то постараюсь Бурдж-Халифу показать, наклониться. А вот такой как бы памятник, который Наташе очень нравится. Женщина в черной абайе, местная женщина, местный мужчина в белой кондоре. Очень красиво. Ну и сейчас обещанная Бурдж-Халифа. Вот смотрите, подошла прям, вот она какая. Ух, красота. Ну, сколько строится еще. Да, еще. Вообще, красавцы столько строят. Мы продолжаем еще с вами идти. Еще переход не заканчивается. Ну что, народ, уже 10 минут мы идем по переходу, не спеша, но идем 10 минут. Так что рассчитывайте свое время, особенно если у вас его немного. Скажем так сразу, в Дубай Молле, кроме шопинга, нужно посмотреть обязательно 3 вещи. Ну, кроме фонтана, Бурдж-Халифа, именно внутри Дубая Молла, потому что фонтаны уже снаружи. Первое, огромнейший аквариум. И дадим вам лайфхак, откуда его лучше смотреть. Второе, стена пловцов. Пловцы, которые летят, ныряльщики. Да, ныряльщики из водопада за жемчугом. Красивейшее сооружение. И третье, здесь есть настоящий динозавр, которому 155 миллионов лет. Вот, так что постараемся все эти 3 вещи показать вам сегодня. А вы ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте. Ну что, друзья мои, вот мы за 12 минут так медленно, нога за ногу, входим в Дубай Молл. Так что вы его не пропустите, вы пройдете все эскалаторы, никуда не сворачиваете, попадете вы аккурат
Дубай Молл. И здесь сразу начинаются все магазинчики. Вам показывают, что куда надо. Бутики, Прада, Ролексы. Но нам нужно идти налево, чтобы войти в большинство магазинов и найти те три доста, про которые мы вам говорили. Во, Наташа там удивляется чудесам, которые Дубай настроил. Удивительно, да, столько всего. А сколько времени? Мы уже практически. Ну, я сказала, 12 минут на Газаногу мы шли. Ну да. Ну так, раньше мы думали 20. Ну вот, вот такой вход Дубай Молл. Ну да, чтобы дойти до доста, мы должны еще дать. Вот валюта, кстати, поменять надо. Напоминаю, $1 это 3,68 дирхам. Всякие магазинчики. Наташа пошла проверить. Она думает, может, в Дубай Молле. 3,64 в Дубай Молле намного меньше. О, что? Господи, опять у меня камеру забирают. Так, ну что, снова попытались меня остановить от видео. Но у нас простой телефон. Да, на телефон, в принципе, снимать можно. И метро, и остальные. А вот на камеру вам здесь, возможно, не разрешать, потому что должно быть то специальное разрешение. Мне дали какое-то нюхать парфюм. Фу. В общем, здесь вам будут давать нюхать парфюм. Здесь уже много сувениров. Я всегда говорю, что я аллергенна, потому что вам могут набрызгать на одну сторону, на вторую. Духи могут не совпадать с вашей кожей, и вам, может быть, стать не очень хорошо. Вот. Да, кстати, вот специальное разрешение стоит, по-моему, 5000 дирхам. Но я объяснила охраннику, что мы снимаем на простой телефон. Ну, как-то вот так вот. А что за новости называется? Да я сама в шоке. Все блогеры снимают, а тут меня решают остановить. Я говорю, для мамы. Мам, ты же меня смотришь, я знаю. Так что для мамы. Все. Да, мы дошли, но вообще в целом 15 минут. Но только последние 5 минут мы шли быстро. Да. Особенно от охранника. Вот. А помните, кстати, видео в Элейн Молле, где тоже не разрешали снимать, и охранник прям по пятам за нами следовал. А куда мы идем? Что мы хотим? Сейчас мы выйдем, глянем и начнем показывать те три доста, про которые мы рассказывали. Ну что, сразу лайфхаки. Через каждые 10 метров есть указатели. Аквариум налево. А waterfall, фонтан с ныряльщиками прямо. Ну, пойдем сейчас тогда прямо, потому что он ближе. Ну вот и подходим мы уже к фонтану с ныряльщиками за жемчугом. Смотрите, какая красота. Это просто любоваться и любоваться. Какие здесь красивые инстаграмные фоточки. Смотрите, можно спуститься на... Мы находимся сейчас, вышли прямо на последний, третий этаж, да? Еще есть второй, и можно спуститься на первый, чтобы сделать фотки снизу. А потом подняться, снова сделать фоточки сверху. Но это просто мега красиво. Просто вот так вот стоять и наблюдать, как ребята летят за жемчугом. Просто красота. Смотрите. Давайте пройдем чуть-чуть. Да, по-моему, мы на этот этаж... Мы не поднимались. Но Молл очень большой. Это считается, по-моему, самый большой Молл в мире. Дубай Молл. Да? Да. Ну и хорошо. Сейчас обойдем кафешечку и посмотрим с другой стороны. Интересно. У меня другой вопрос. А он по доходам тоже самый большой? Ну, это тебе никто не скажет. Никто не скажет? Ну, ладно. Ну, идем, обойдем. Сейчас вот есть... кафетерий, надо обойти, там еще с другой стороны тоже будут красивые инстаграмные фоточки. Вот обходим кафешечку, смотрите, какие милые вообще стульчики здесь. Подходим вот сюда. Вот, то есть видно, как здесь пловцы сделаны, да? Вот на таких штучках пристегнуты. И поворачиваемся, и здесь тоже есть. То есть здесь не один водопад с пловцами. И, кстати, очень мало людей, мало туристов, мало людей. Угу. Обычно хорошо. Здесь такая толпа стоит на фоточке, что просто вот возле перила встать, не пробиться. Посмотрите, здесь пусто, реально.
Народ, я не шучу. Вот там вот, где сейчас стоят ножки, отпечатки, 2 метра дистанция, не пробиться, чтобы сделать фоточку. Это удивительно. Давайте еще посмотрим. Паровозик не ездит, жалко. Вот такая красота, друзья мои. Обязательно к посещению. Обязательно. Это очень красиво. И шум воды, и прохлада, будто вы действительно летите вместе с этими пловцами и достаете жемчуг. Ай, красиво! Ну, как вам первый доск Дубай Молла? Классно? Нам очень нравится. Уже такая прохлада просто отсюда. Да. Такой кайф постоять. В общем, это обязательно посещение. Мы рекомендуем. Вот шли сейчас к фонтанчику, и Наташа просто увидела такой великолепный какой-то магазинчик с такими игрушек деревянный. Деревянными игрушками, но это какой-то современный лад, это фантастика. Вот смотрите, водите здесь ход, а давай лошадку попробуем. Лошадка? 297, Enter. Это она будет играть вот так. Вот, и лошадка играет. Все вам в коробочку упакует, стоимость 240 дирхам. Все, он пакует в коробочку. Такой подарок, конечно, мега крутой. Посмотрите, сколько, подождите, сколько всего вообще. Это какой-то фантастический мир. Называется Pinocchio World. А, мир Pinocchio. Очень, смотри, очень приятные продавцы. Не вопрос, разрешаю снимать, все показывают. Очень красиво. Котики, котики, хочу 373. 373. Все, сейчас посмотрим котиков. Котики играют на пианинке и крутятся. Вот, двое влюбленных, прикольные, собачка. Ну, слушайте, круто сделано вообще. Вот такого тоже не было. По крайней мере, мы не видели. Мы, наверное, сюда не доходили. Ну, как же, мы же в аквариум идем. Доходили мы. Класс. Вообще, красота. Вот магазин от аквариума. А мы уже подходим к самому аквариуму. Видим уже, люди там смотрят, наблюдают. Сейчас посмотрим, как хорошо будет видно с этого этажа. Ой, какое небо, кстати, здесь. Фантастика. Вот смотрите, такой вам лайфхак, что вы обошли просто все этажи и посмотрели на аквариум. Можно стоять близко, как вот сейчас стоит местная семья с детьми. Да, вот это вот. Нет, это заплатно. А вот здесь уже, наверное... Да, вот заборчик, это значит... Бесплатно. Бесплатно. А вот... Ближе это вы уже вышли или идете в аквариум сейчас? Нет, идете, это еще не вышло. Вот сейчас мы понаблюдаем, что здесь. Боже, какая акула, скат. Сейчас встретится с акулой. Я к морю корабли разошлись. Даже не замечаю друг друга. Интересно, а вот эти большие, как раковины, это тоже природа, ну, натурально? Как кораллы? Вот Наташа имеет в виду эти кораллы. Синие, тут можно желтые. Так встать? На первом, втором, третьем этаже и залипнуть просто. Реально так смотришь. И вообще красота просто мира подводного бесплатно. Внутрь тоже можно пойти, но у нас внутрь как-то... Когда мы ходили, как бы мой день рождения 5-6 назад, Таша первый раз приехала в Дубай, был просто никак. Ну никак, если никогда не был, если никогда не видел аквариума подводного. Такой себе был. Не, ну подожди, если никогда не был, нет возможности, то почему? Хорошо, бы в Турции, нет? В Анталии аквариум лучше. Я, к сожалению, могу сказать. Да, вот. Вот. Ну, где мы были? По-моему, во Вьетнаме в первый раз я увидела. И после этого в Дубай Молле я поняла, что как бы мы немножко потратили деньги впустую. То есть вот это красивее, вот это вот лучше, чем вам покажут там внутри. Да, чем мы были внутри. Это сказка, вот это сказка. Еще классно смотреть со второго этажа, он как раз параллельно вам находится. Наверное, спустимся также на второй этаж и вам покажем. Кстати, вот за денежку здесь можете поплавать и рыбок покормить. А вот можно подойти еще ближе. Но это мы все еще на этом, на последнем этаже. Опять человек работает. Давай у него спросим, сколько он получает. Да, это уже было в нашем видео. Смотрите обязательно. Мы разговаривали с мальчиком-уборщиком, и он
рассказал нам. Смотри, как он щеткой сначала чистит и все туда в это, в пылесос. Вот это да. А я-то думала, как они убирают. Так, ну сейчас спустимся. Смотри, на этаж ниже. Рыбы умные не подплывают к нему. Рыбы думают, кто это вообще такой. Маленькая кулка красивая. Как это кулка? Молот. Молот, а вон вторая. Ой, возим. Нет, тут, конечно, стоять очень красиво. И главное, что бесплатно. Хоть целый день стойте с чашечкой кофе. Так подожди, это ближе, чем внизу. Это ближе, чем внизу. Конечно. Смотрите, это типа платно, да? А это вот бесплатно. Да. Вот а это бесплатно. Так что не сильно. Ну вот, ребенок решил, что вообще все бесплатно. Молодец. Ну и молодец. Молодец. Молодец, что уж там. Сам не пробьешь дорогу, никто не пробьет. Ах, какие скатики. Он кричит. Слушай, у них как два рога или что? Да, слушайте, это мы, короче, залипли сами. Это просто скатики дико красивые. А акулки плавают по верхам, вниз они не опускаются, и скаты тоже. Ну, наверное, хищники, на то они и, скажем так, наверное, цари океана и морей. Наташа поймала рыбку, как на дельфиненка похожа немножко. Какая же рыбка, это же скатик. Ну, скатик. А мне этот малыш нравится. А еще мне нравится вот этот малыш, который к этому, к уборщику залег. Вон он, видно его? Там нам, наверное, вот, да, видно. Спрятался. В общем, что-то мы никак отсюда отойти не можем. Не, а не можем. Посмотри, как дельфиненок. Красавец какой. А эта хитрая акулка спряталась и тоже, наверное, наблюдает это. Очень любит, когда люди работают. Только что мы стояли и наблюдали за рыбками на третьем этаже. Точнее, называется здесь второй, потому что здесь первый, есть граунд, там еще какой-то. Ну, походу, в принципе, вот мы были на третьем этаже. А вот сейчас мы переходим и показываем вам, как классно смотреть со второго этажа. Можно еще также спуститься на первый, но нам именно нравится со второго. Потому что здесь вообще, да, рыба-игла. Игла или пила? Как они называются? Не знаю, а, наверное, это игла. А вон какой. В раздумьях завис. Пошла, она легко помахивает крылышками. Давай в центр пройдемся, Наташ. Пройдемся в центр, давай. Вперед. Эти людей очень мало. Помню действительно, что мы себе тут ждали и пробивали место. Тут нельзя было подойти, потому что все стояли и все смотрели. Минут 10-20. Посмотри, этот скат вообще активный какой. Сейчас наверх, так вниз. А вон рыбина страшная какая. Смотри, хвост у нее какой. Это не мурена? Не может быть мурена. Нет. Ну, Марина больше на змею похожа, не знаю. Какая страшная. Но добрая внутри, да? А вон черный какой скат внизу. Оп, сейчас будет там вот много. Сейчас мы перешли прямо в самом центре, стали. Сюда вообще нельзя было попасть 2 года назад. Все. И стоим, любуемся. Ну, так сделали, да, что вот подходите, ну, дистанция это понятно, как бы. Разделили. Посмотрели, что. Mm-hmm. Потрясающее зрелище. Ну что, как вам второй ДОСТ? Классный?
Аквариум тоже увидеть нужно обязательно. Тем более, что бесплатно. Вообще класс. Вот, чтобы совсем видео сделать полным, мы спустились на первый этаж. Показываем вам аквариум отсюда. Идем посмотрим. А тут можно проходить, да? Сколько кормят сейчас? А это водолазы, ты думаешь? А это не люди, которые... А, ну или люди, как бы, которые к нам попой сейчас. Ну вот те, кто проходит по туннельчику, у них платно, они только что вышли. А. Мы стоим здесь, нормально, наслаждаемся. Вот. Так, где красивые? Клетки здесь видно, да? А их, кстати, не было видно с третьего, второго этажа. Что у них там за совещание? По-моему, учат там или что-то обучают, может, как не надо вести себя с природой. Хотя им должны быть инструкции, по идее, дать на суши. Может, там чаепитие какое-то? Может, конечно, на какой этаже скат, тоже скат. Классно. Посмотри, как... О, боже, какой здоровый. А вот и рыба пила, да? Рыба или пила, или не пила, и мы не знаем. А этот шустрый какой, ух ты, полетел. Ну, еще один знаменитый ДОСТ, который я не объявила, но все про него знают, каток Дубаи. Дубайский каток. Все катаются, все довольны, но также такой каток есть и в Эляйн-Моле. Вот такая красота. Дети катаются, родители наблюдают, все стоят. Даже говорит, снег идет, но я не вижу этого. Он уже прекратился. Где мужчина, вот этот ребенок? Что с этим? Понятно. Ну вот такая веселуха здесь, смотрите, прикольно. Что скажете, были на этом катке, катались ли, знаете про него? Ну вообще, просто здорово, великолепно. Ну что, друзья мои, вот мы двигаемся на последний ДОСТ в нашем этом видео. В Дубае-Моле ищем динозавра. Вот. Слева от нас остался аквариум, а сейчас мы заходим на сук. Сук – это рынок. Смотрите, какой он здесь шикарный. Дубае-Мол просто выстроил по образу и подобию восточного рынка, да, Наташа? Это часть, да, это часть, да. Но я, кстати, здесь особо и не помню, чтобы я была. Ну, я помню, мы быстро пробегали, потому что тогда, по-моему, нас интересовал шопинг, мы ничего не снимали такого, и как бы показать-то нечего было. Нам показать и рассказать есть что. Посмотрите, какая красота. Это балкончики. Это все, кстати, сделано, да, по образу и подобию действительно древних домов, древних рынков, древних балкончиков. Смотрите, какая красота. Но денежек никто не накидал, да? Но здесь просто это не очень популярно еще. Смотри, какая мозаика красивая, переливается. Так вообще здесь вся мозаика красивая, смотри. Такая прямо... Переливы. Смотрите, какая красота впереди. Раньше просто пробегали, делали инстаграмные фоточки, да, и убегали. Идем, проходим. Кстати, как вы снова могли заметить, людей мало. Людей, туристов мало, в аквариум большие очереди, кстати, стоят. Да? Молодцы, тесты? Да. Да. Тесты, молодцы, да? Пусть люди работают и а у рыбок будет зарплату. Еда. Да, у рыбок будет еда. Вот так спокойно проходим, сейчас... Покажу вам люстры, какие красивые. Смотрите, здесь один вариант люстры, а дальше второй такой сине-желтый красивый. А вот интересно. Колонны с мозаикой снова. Ну, красиво, да, вот так? Да, здесь есть что посмотреть, есть что показать. Так, ну вот здесь вот где-то должен скрываться динозавр. Кстати, это не простой динозавр, на самом деле это самка. Ее зовут Дино Дубай. Дино Дубай. Ну как Дина, считайте. Что еще можем сказать? Что это 155 миллионов лет до нашей эры. И она раньше проживала в университете Хьюстона, США. А вот недавно перебралась в Дубай. Почему? Потому что в Дубае все самое лучшее. А помнишь, еще помню, что это травоядная самка. Вот, да, все, что я помню из Википедии.
Ой, какая красота, не все, подожди. Ты покажи, что 90% скелета было сохранено. А, да, когда ее обнаружили, самку-то, 90% скелета сохранилось. Хотя, в принципе, как мы читали, сохраняется только ну, где-то 30% скелета. Боже, где же динозавра нам искать? Тут так все красиво. Тут золото, бриллианты. Я так понимаю, конфетками ее не поманишь. Я думаю, что не там, там выход вроде как. По-моему, вот сюда, мне кажется. Да, сюда, ну пошли. Там такой хвост большой должен быть. Боже, ну смотрите, как красиво. Вот такой вот рынок, сук, Дубай, Моли. Можно абсолютно бесплатно пройтись, покушать, купить золотишко. Вот, конечно, как на рынке, здесь магазины золота, картины продаются. И где-то здесь бродит такая 155-миллионная динозавриха Дина. Наташ, как ты ощущаешь себя от встречи с динозавром? Ждешь? Да, да, да. Да, я уже смотрю на парфюмерный, я был сама так прочь. Наташ, давай вот... Да, извини, не рассмениваться даже. Давай, мы, у нас есть видео, у нас есть подписчики, мы сейчас идем снимать видео. А потом, по-моему, я и хвост уже вижу там, не? Нет, это нарисовано. Или я начинаю уже что-то беспокоиться. Придумывай, ты придумывай. Я начинаю придумывать, что я просто не выпрыгнула, то... Ой, это так вкусно. Откуда я знаю, может, Дубай не только взял, вот хвост, может, только и оживил еще. Видите? Ну вот, представляем вам красивую, травоядную самку. Я не видела ее. Дубай Дина. Ты не видела самку динозавра здесь? Смотрите, какой прикольный еще автомобильчик здесь. Ну вот она, красавица какая, да? Это настоящий динозавр. Ну, точнее, кости, конечно. Вы же не думали, что мы вас ведем к настоящему динозавру-то? Мы бы не пошли бы, наверное. Ну, ты представляешь, если 90% скелета именно натурального, а уже ну, как бы 100 доделали. Очень круто. А сам просто вот само оформление, посмотрите, да? Просто вот само оформление, что люди придумали, удумали, сделали. Здесь же это просто в кайф гулять. Да. Я даже не знаю, где мы. На Восточном базаре, в Дубае Моле. В древнем Иляйне, в Омане. Какая красота. Ну, идем про Дину. Вот, да, Дубай Дина. Ты все правильно. В Вайоминге, в Америке было... О, я еще все и запомнила, смотрите. Так, а вот какая Дина была. Ну, красивая. Просто. Как-то ее здесь поставили и как-то, ну, не знаю, параллельно растянули. Привет, Диночка. Большая. А тут, кстати, уже видно, что это кости, потому что как это... подсвечиваясь, как пластмасска была похожа. Да. Сейчас видно уже. Интересно, что натуральное, а что нет? Я думаю, то, что потолще, натуральное, а потоньше доделывали, мне так кажется. Ой, показывают видео, смотри, сейчас смотри, посмотрю, да. Нашли. Тут на арабском. Ну смотри, написано. Уже какая-то часть хвоста, наверное, или это скелет, подожди, интересно. Я не видела ее. Ну, представляешь, как классно. Смотри, ты тоже что-то новенькое увидела сегодня. А вот, посмотри, какие они были. А я не помню, какой? Какая именно. А, это как это именно вот Дина, как да? Они выглядели, да. Травоядные. Это ж сколько травы надо было, да? Сколько деревьев? Ну, Дину уже кормить ничем не надо. Смотри, 5 машин. Ага, 5 Длина. Машин. А высота? А, высота 7 метров. Я помню, писала, 7,6. Что... 7,6. Ну, вот, а длина писалась 24 метра, а здесь 25 цифра. Ну. 7,6. Видите, 5 человек, 5 машин. Вот просто а вообще. Ну, что? А вон на английском. А мы выбрали как раз арабский. Да, мы стали возле арабского. Вот написано, как ее перевозили из Вайоминга в Дубай. В Дубай. Весь путь динозаврихи. И вот она уже здесь. Ну слушайте, просто здорово. Давайте я еще раз обойду, покажу вам Дина Дубай. Очень много здесь кафешек, очень много людей гуляют, радуются, знаете. Ну вот, если бы не маски, можно было считать, что мир такой же, как и был. Сейчас увеличу вам Дину. Ну вот такая вот она. Красивая, гордая динозавриха, которую удалось раскопать и перевезти в Дубай. Тоже дорогого стоит. Народ, ну пишите, как вам видео, в принципе. Наташ, давай прощаемся с подписчиками. Ой, не хочется прощаться. Не хочется прощаться, но мы еще снимем вам
несколько видео в Дубае, Молли, я думаю. И, ну, вообще, поснимаем еще в Дубае. Слушайте, тут так классно, вот просто походить. Тут даже можно, я не знаю, сколько там кафешечки стоит, вот там, видите, в этой, это кафешечка, сколько там кофеек, можно не обязательно садиться в ресторанчик, а сесть, купить кофеечек, и... а можно просто на скамеечку расслабиться. В общем, классно желаем здесь. Им побывать и в Эмиратах, и в Дубае, и в Эляне, и вообще начать путешествовать. Все, не покидайте наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, всего вам доброго. Пока-пока. До встречи.